Заболеваемость COVID-19 в Одинцовском округе с начала октября увеличилась в 1,5 раза. Рост числа заболевших коронавирусом происходит на фоне продолжающейся вакцинации. Об этом сообщил заместитель главы администрации Олег Дмитриев. По его словам, привито уже около 62% населения муниципалитета. Первым компонентом вакцинированы более 164 тысяч человек, обоими компонентами свыше 158 тысяч. В медицинских учреждениях имеется достаточное количество вакцин разных видов. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призывает активно продолжать прививочную кампанию для формирования коллективного иммунитета.